Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить салат из лосося и киви с овощами и сыром брынза. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Лосось слабосоленый, болгарский перец, помидоры, огурцы, киви, лист салата, кунжут и сыр брынза. Для заправки нам потребуется соль, перец, сок лимона, растительное масло и мед. Вручную измельчаем лист салата. Теперь болгарский перец нарезаем тонкой соломкой. Нарезанный перец мы выкладываем в салат. Нарезаем тонкими полукольцами огурец. И добавляем к нашему салату. Теперь овощи слегка перемешиваем. Также полукольцами нарезаем киви. И отправляем в салат. Тоже слегка перемешиваем. Основа нашего салата готова. Теперь приступим к оформлению тарелки. Для этого мы нарезаем помидоры тонкими кружочками. Помидоры выкладываем по кругу тарелки. А теперь приготовим заправку для салата. Смешиваем растительное масло, лимонный сок, мед. Хочу вам сказать, что на одну порцию необходимо взять 30 грамм растительного масла, 10 грамм лимонного сока и 10 грамм меда. Добавляем заправку в основу салата. Перемешиваем. И выкладываем на тарелку с помидорами. Тонкими пластинками нарезаем филе лосося. И выкладываем на салат. Нарезаем брынзу тонкими полосками. И выкладываем сыр на салат. Салат из лосося и киви с овощами готов. Приятного аппетита!